пару, где он совершил, типа, такой хряк. Я на это посмотрела, я говорю: Валер, говорю, неужели, говорю, это ты такой был жирный? Я говорю, еще я за тебя крупилась, за такую жирную свинью. Он реально был жирный, реально. То есть то, что мы с ним вместе жили, у меня, видимо, глаз этот был как пелена перед глазами. Я реально не видела того, что он был свинья. Реально прям жирный. Мне это все говорили, а я как-то не... Я прям не обращала. Я прям, ну, я говорила, что они все дураки какие-то, ты не жирный. Так. Сколько стоит фен? Честно говоря, я не знаю, я его покупала года 2,5 назад, а то и... Не, ну 3 точно нет. Ну, думаю, что 5, ну, может, 5500 это макс. Ну, по-моему, 5. По-моему, 5 с чем-то. Так, зачем оскорблять человека? Слушайте, ну, что там такого? Когда я была беременная, после родов я тоже была жирная корова. И что это оскорбление? Это факт. Это факт. Если ты жирный, себя не надо называть в меру упитанным или пухленьким, или еще каким-нибудь. Если ты жирный, ты жирный. Все, тут другого варианта нет. Ну, лично по отношению к по своему видению. То есть у каждого человека разное видение. Вот для меня это так, для кого-то по-другому. Я не знаю. Если.